Всем привет, всем доброго времени суток, друзья! Вы на канале Jeff Games, и с вами я, Джафар. Сегодня я хочу вместе с вами побить дракона на лазурном побережье. Но побить его я собираюсь с имбовым билдом. Это билд называется Щипы, вот если можно так сказать. Вот, бит просто отпад. Мы сейчас побьем этого дракона, а после уже в конце, после боя, я вам покажу билд, что, как и все такое. Короче, я тут взял еще меч священной реликвии, это который с последнего босса падает. Вот, почему я это взял? Потому что тут эти мелкие выходят, дракон их выпускает очень много. Если что, чтобы их толпой быстренько избавиться от них. Короче, билд вот, вот такой, ребята. Очень бешеный урон наносит. Это билд на кровь, щипы. Сразу кровотечение там наносит кровотечением. И, блин, просто ужасный урон, короче, вот так. И еще этих големов и все такое можно почти за несколько ударов ваншотить. Вам тоже советую играть, а вообще-то последнего Радана, там 3-4 тычка, и он готов. Вот так. Очень хороший билд. Вот. Сейчас попытаемся добить этого нашего дракона. Нет, ребята, нет, вот уже их слишком много, этих мелких. Отойдем чуточку назад, избавимся от них, а после уже добьем, как говорится, контрольная, да, вот, контрольная пуля. Во, отходим, 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 вот и не попал. Короче, эти мелкие, их много. Сейчас на лошадку поднимемся. Дракоша далеко. Так, поднимаемся. О, чуть не ударил. Так, все, дракоша, тебе конец. Вот так. Вот видите, да, сколько тут этих мелких тварей собирается. Сейчас их одним махом. О, сколько их. О. Так, избавимся от них. Они оживают. Давайте, ребята, избавимся от них, потом я уже удобстве и уюте покажу этот билд, что надел, какие талисманы, одежды и все такое. Все, избавились. Да. Давай, еще один остался, этого тоже добьем. Все, пока-пока. Так, ребята, сейчас переходим. Вот, что я одел, как и что. У нас вот дела такое, кинжал есть с пеплом войны, выдержка, но на кровь заточили. Посох матери, это из квеста Эмира, вот, еще драконьего причастия вот есть, это тоже берем. И из одежды шапка, торс и руки Альберика, а на ноги вот то, что тяжелое, да, вот, чтобы у вас сопротивление вот какое-то было, вот так. А из талисманов на кровь, потому что это кровотечение бьет. Еще берем талисман дракона, вот. И еще знак Радагона. Но тут дело такое есть, вы можете и вот это тоже. Если Радагона нет, это тоже брать. Но дело в том, что не советую. Радагон лучше, потому что там вы очень слабыми будете. И еще вот этот, короче, талисман на чары. А вот из слез, вот увидите, вот эти слезы мы берем. И все, ребята, билд готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, добра и мира.